24 июня 2022 года. Малаховское озеро кишит. Нифига народу. 24 июня 2022 года. Жарим шашлычки. Такие красивенькие. Первая партия. 21:00 24 июня 2022 года. Вторая партия шашлычка. Шейка. Свиная шейка. В люберцах по 350 рублей. Брали сегодня, 7 килограмм взял. Вот, вкусненькая. Вот такой свежий, хороший лещ. Был по 180, сейчас по 230 стал. Ну, нормально, вкусный. Сыры. Охлажденочка по 200 рублей килограмм. Точно такую же я брал в Люберцах вчера по 350 рублей. Вот такая же охлажденка один в один. Чистая мякоть, хорошая. Точно один в один все было вчера. 26 июня 2022 года. 33 градуса, 33 градуса в тени. Жарище. Пипец. Вот электронный градусник показывает на улице 40 градусов, в комнате 29. Время 14:28. 18 июня 2022 года, 13:40, на рыбалке. Вот таких лещей ловим. Офигеть. Сява. Давайте к нам подтягивайтесь на рыбалочку. Удочки закинуты. Да. Все пучком. Банда в сборе. Банда в сборе. Все сидят на месте. В парке. Сяуик. Сяуик. Стоять. Вован. И ми усе рогатые. Воскресенье, 19 июня 2022 года. Вышел на шашлычок. Вот такой шашлычок. Красивый. Хороший. Взяли, короче, шейку. 490 рублей килограмм на рынке. Прям моментом горит, смотри. Надь, иди полей. Вот такой у нас получился шашлычок из шейки. Сочный, вкусный, вообще обалденный. А там вторая партия готовится. Красавцы. Такая природа здесь, сосны, березы. Девятнадцатое июня 2022 года. Малаховское озеро. Вообще класс. Здесь, кстати, чуть не посоленый кусочек получился. Шейка, свиная шейка, просто обалдеть. Офигенная вот такая вот штучка.
вкусняга. Взяли сегодня шейку свиную на мызе на рынке. Стоит 490 рублей килограмм. Думаю, хоть раз здесь попробовать. Вот на 1200 рублей. Сколько мяса вышло. Ну, сказать, свое. Все. Всем приятного аппетита, спасибо. Жарили шашлыки, пошел дождик. Зашли в такую зеленую зону. Сверху зелень. Столик наш. Еще зелено вокруг. Нет, это зачем? Встань.